Привет, друзья! Андрей Сузин, портал Глухо.ру. И как поборник всего игрового, связанного с компьютером, у меня есть монитор, клавиатура, мышка, наушники. В общем, все есть для того, чтобы мой FPS был максимально большой, кроме стола. И сегодня мы это исправим. Ребята из Thunder X3 прислали мне вот этот игровой стол AD3. Это размер L, есть размер еще M Medium, L 160 сантиметров. Он настолько огромный и тяжелый, что я не могу его к себе наверху отнести и там его распаковывать, поэтому мы часть видео запишем прямо сейчас здесь, потом я его разберу, так сказать, распотрошу по частям и собирать его будем уже наверху. Так что... Поехали. Собственно, история стала такая. На прошлой выставке Игромир, пока я своей пятой точкой пробовал разные игровые стулья от Гамдиа, Стандар X3, Кугар, увидел, как милые девушки-косплеерши сидят на симпатичного вида столе, который еще имел механизм подъема. При этом сам стол выглядел интересно и под весом этих самых милых дам не разваливался. Во время общения с сотрудниками компании обозначил свой интерес и как-то на время про него забыл. Снова вспомнил про стол, когда сменил расположение своего рабочего места с кабинета и переехал на мансарду. Тут и места побольше, и для творчества это удобнее. Связался с производителем и заказал себе большой стол. Так как почти все девайсы у меня черные, данный цвет очень хорошо должен зайти на замену прежнему белому столу. Доставили стол в огромной тяжелой коробке, весит она более 65 килограмм, так что если вы милая девушка или у вас с лифтом беда в доме, советую сразу задуматься и проговорить этот вопрос с интернет-магазином, они, кстати, их решают. Опционально, кажется, даже могут приехать и собрать, если у вас с отвертками и шестигранниками проблема. Распаковываем. Внутри, несмотря на покоцанность упаковки, все закрыто огромным количеством защиты, красиво упаковано и целое невредимое. Все детали будущего стола аккуратно лежат на своих местах, инструкции на нескольких языках, все довольно обычно. Удивление вызывает вес деталей, они все оказались реально тяжелые, металлические, монументальные. С детства выработалась привычка, что хорошая вещь должна быть тяжелой, а все легкое так себе. Пока таскал все компоненты стола с первого на третий этаж, проникся этой мыслью и окончательно в ней уверился. Бодрым шагом, за один час под онлайн-наблюдением на нашем Twitch-канале, я благополучно собрал стол, управился побыстрее, да интернет-провайдер решил меня проверить на разрывы. 4 раза стрим обрывался. Собирается, кстати, все просто шаг за шагом по инструкции с картинками. Все пакетики с винтиками подписаны, все указано, ошибиться сложно. В комплекте есть 2 шестигранника, а вот отвертки нет, так что учтите это, если будете собирать его сами. К данному столу идет декоративная светодиодная лента с пультом управления, который крепится на край стола и делает его похожим на новогоднюю елку, а также 2 стальные накладки на торцы. Кроме как эстетического наслаждения, другого вы от них ничего не получите, хотя за них еще удобно стол таскать, если вам его двигать надо по вашей комнате. Итого, спустя 4 месяца после того, как я этот стол увидел, я им обзавелся. Из плюсов могу отметить. Первое. Черный цвет. Стол подойдет под все мои устройства, даже клавиатуру заменил с белой на такую же черную, прежний белый стол поставлю в другое место. Второе. Длина столешницы у данной модели 160 см. Это вариант L. Есть меньший вариант M, там длина 120 см. Третье. Прочность самой конструкции. Пока ты собираешь стол, понимаешь, что он сделан не из говна и палок, а из увесистой и тяжелой стали. Столешница, хоть и сделана из ДСП, имеет такой вес, в общем, приятно тяготит, как говорится. Четвертое. Система кабель-каналов. Хоть и не решает все вопросы с проводами, но присутствует. Запишем ее тоже в плюсы. Ну и пятый, самый главный плюс, это эстетический внешний вид стола. Это не какой-то там стол, а самый, что ни на есть, игровой. Возможно, вы будете смеяться, но это правда круто. Это как если вы бы видели машину в спортивном обвесе и без него. Едет-то она одинаково, а вот выглядит круто, и мне приятно окружать себя красивыми вещами. Главный минус этого стола, как вы понимаете, это его ценник. Младшая модель с длиной столешницы 120 см стоит 20 тысяч рублей, а такая версия, как у меня, все 30. Периодически в официальном магазине проходят акции, когда дается скидка на разный товар. Например, к 23 февраля скидка составляет 25%, и вы можете купить столы за 15 и 22 тысячи соответственно. Если захотите посмотреть другие цены и ассортимент, ссылку оставлю в описании к этому видео.
И в конце, для тех, кто досмотрел, хочу заметить, что ребята из Thunder X3 постепенно создают экосистему устройств, которыми себя может геймер окружать. Уже сейчас вы можете купить себе стол, стул, подставку под монитор, гарнитуру. Все в едином сете, это действительно приятно и красиво. На этом у меня все, с вами был Андрей Сиротин и портал goha.ru. Рекомендую вам подписаться на нас, кнопка для этого прямо сейчас появляется на экране, поставить лайк к этому видео, а также можете посмотреть обзор игрового кресла Thunder X3 RC3, которым я пользуюсь по сей день. Видео также находится рядом с кнопкой подписки. Пишите, что вы думаете про все украшательства своего рабочего игрового места, мне интересно будет почитать это в комментариях.